Прошу вас, прошу, не надо. Зачем ты уперся? Это просто кольцо. Все отлично. Просто опять с тобой. Но мы виделись 3 дня назад. Не совсем так. Почти вечность. Боже мой, смотри. Я видел. Ты точно болен. Отказываешься от возможности изучить новый механизм? Просто машина. Уходят поколения, им грядут другие на смену, и лишь Земля просуществует вечно. Зачем ты прибыл сюда? И пролетел через время? Я ищу ответ на вопрос. Мы не живем прошлым, Александр. Мы поступаем иначе. Как? Мы почитаем их память. Иногда нам приходится принимать жизнь такой, какая она есть. Но в других случаях надо драться. Даже если страшно. Это трудно понять, я знаю. Знаю. Поверь, я знаю. Запасы пищи? Они живые люди! Кто ты такой, чтобы оспаривать 800 тысяч лет? Эволюции. Это извращение всех естественных законов. А что такое машина времени? Как не жалкая попытка контролировать окружающий мир. На создание машины времени тебя толкнула смерть Эммы. Будь она жива, ты ничего бы не создал. Тобой движет желание использовать эту машину, чтобы вернуться в прошлое и спасти ее. Твоя жизнь такой же неизбежный результат твоей трагедии, как я. Неизбежный результат жизни людей. Ты нашел ответ. Возвращайся. У тебя осталась одна моя вещь, Морнок. Машины времени есть у каждого. Те, что переносят в прошлое, зовутся воспоминаниями. А те, что уносят в будущее... мечтами. Жаль твою машину. Это ничего. Всего лишь машина.